Дорогие друзья, каждый день мы посвящаем вас в события из жизни знаменитых людей. Мы публикуем разные новости о взлетах и падениях, переживаниях и важных событиях людей, которые посвятили свою жизнь культурному развитию нашей с вами страны. Это нелегко, но стоит признать, что с самого начала этого года нас покинули уже много легендарных личностей. Мы благодарны каждому из вас за слова поддержки и соболезнования. И вновь мы вынуждены вам сообщить эту печальную новость. На 24-м году ушла из жизни чемпионка России по прыжкам в воду Лейла Салямова. Спортсменка погибла в автокатастрофе. ДТП произошло в Карелии. Лейла Салямова родилась 24 марта 1999 года в Саратове. В 2014 году стала бронзовым призером Кубка России в синхронных прыжках с вышки в паре с Марией Казаковой. В 2015 году стала серебряным призером чемпионата России в синхронных прыжках с вышки в паре с Анастасией Козловой. В августе 2019 года снялась в рекламе «Биржа Тел-2», в которой выполнила прыжок с 10-метровой вышки. Работала артистом шоу «Прыжков в воду» в Южной Корее. В 2020 году возобновила спортивную карьеру, поменяв специализацию на хай-дайвинг, прыжки в воду с экстремальных высот. В 2021 году стала чемпионкой России в этой дисциплине. В декабре 2021 года стала первой российской спортсменкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу.